Привет всем, с вами Саша Браун, и сегодня хочу показать, как иногда я быстро очень готовлю свой ужин, если у меня не было времени заранее его приготовить. Мне помогают вот такие маленькие пакетики для микроволновок. Очень удобно с собой брать в дорогу. Вот, например, сегодня я нахожусь в Екатеринбурге, провела свой семинар, и не было времени заранее приготовить свой ужин. Вот такие пакетики мне очень хорошо помогают. Куриная грудка готовится за 3-5 минут в микроволновке. Что я делаю? Берешь обычную куриную грудку, посыпаю моей любимой специями Mrs. Dash, упаковываю все это в пакетик и на 3 минуты в микроволновку. Получается очень вкусный, быстрый ужин и полезный. Также вы можете заранее подготовить куриные грудки, допустим, они будут даже немножко промаринованные, то есть куриные грудки со специями положить в холодильник, когда вы приходите домой, просто ложим, опять же, в микроволновку, через 5 минут у вас ужин готов. Вот такие вкусные, сочные куриные грудки получаются из пакетика за буквально 5 минут, если я в дороге спешу и у меня не было времени заранее приготовить. Все делается в микроволновке и готово на завтра, также в моей следующей.